Из беседы святителя Иоанна Златоуста на Новый год. Крайне безумно по одному счастливому дню ожидать того же на весь год. Как будто бы время не менялось. Видите, в то время говорили, как Новый год пройдешь, так весь год и будет. Ну, вот читай слово, как будто бы он только что здесь вчера был и сегодня говорит эту беседу. Крайне безумно по одному счастливому дню ожидать того же на весь год. И не только от безумия, но и от дьявольского влияния происходит та мысль, будто в делах вашей жизни надобно полагаться не на собственную ревность и деятельность, а на дневные обращения времени. Счастлив для тебя будет год во всем не тогда, когда ты будешь пьянствовать в первый день, но если и в первый, и в каждый день будешь делать угодное Богу. Кто убежден, что есть дни счастливые и несчастливые, тот в несчастливый день не будет заниматься добрыми делами, думая, что весь его труд останется тщетным и бесполезным по роковому свойству дня. Ровно и в счастливый день не займется теми же делами, думая, что его нерадение нисколько не повредит ему по хорошему свойству самого дня. И таким образом он в том и другом случае будет терять свое спасение. Радость бывает не от пьянства, но от духовной молитвы, не от вина, но от назидательного слова. Вино производит бурю, а слово – тишину. Вино причиняет шум, а слово прекращает смятение. Вино помрачает ум, а слово просвещает и помраченный. Вино вселяет скорби, которых не было, а слово отгоняет и те, которые были. Ничто обыкновенно так не ведет к спокойствию и радости, как правило любомудрия. Презирать настоящее, стремиться к будущему, не считать ничего человеческого постоянным, ни богатства, ни власти, ни почести, ни покровительства. Если научился ты так мудрствовать, то не будет терзать тебя зависть, когда увидишь богатого, и когда впадешь в бедность, ты не унизишься от бедности, и таким образом будешь в состоянии постоянно праздновать. Христианину свойственно праздновать не в известном месяце, не в первый день месяца, не в воскресные дни, но всю жизнь провождать в приличном ему праздновании. Какое же приличное ему празднование? Об этом послушаем апостола Павла, который говорит: «Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Первое послание к Коринфянам, 5 глава. Итак, если ты хочешь получить пользу и от начала новых месяцев и года, то поступай так: по окончании года возблагодари Владыку, что Он сохранил тебя до этого предела годов. Сокрушись своим сердцем, исчисли время своей жизни и скажи сам себе: дни бегут и проходят, годы оканчиваются, много пути нашего мы уже совершили. А что же мы сделали доброго? Неужели пойдем отсюда без всего, без всякой добродетели? Суд при дверях. Остальная жизнь склонится к старости. Так любомудрствуй при начале новых месяцев. Это приводи на память при годовых кругообращениях. Станем помышлять о будущем дне, чтобы не сказал кто-нибудь о нас того же, что сказал пророк об иудеях: исчезли дни их в суете, и лета их в смятении. 77-й псалом. Такой праздник, о каком я сказал, постоянный и не ожидающий круговремени годов, не ограничивающий известными днями, может равно праздновать и богатые, и бедные, потому что здесь не деньги нужны, не богатство, а одна добродетель. Нет у тебя денег,
но есть страх Божий, сокровище, лучшее всяких богатств, которое не повреждается и не изменяется и не истощается. Посмотри на небо, на небеса небес, на землю, море, воздух, разнородных животных, разнообразные растения, на всю человеческую природу. Помысли об ангелах, архангелах, высших силах, вспомни все, что все это богатство твоего владыки. Быть не может, чтобы слуга столь богатого владыки был беден, если Господь его милостив к нему. Наблюдать дни, несообразно с христианским любомудрием, но это дело языческого заблуждения. Ты приписан к Вышнему Граду, принят в тамошнее гражданство, вступил в общество ангелов, где нет света, переходящего во тьму, не дня, оканчивающей ночью, но всегда день, всегда свет. Туда будем стремиться непрестанно. Ищите горнего, говорит апостол, где Христос сидит, одесную Бога. Аминь. Аминь. Колоссянам, 3 глава. Причастники, поблагодарим Господа. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.